Всем привет! Друзья, в этом видео я приготовлю теплый салат с куриной печенью, который называется «Теплая осень». Салат по этому рецепту получается очень вкусным, с оригинальным и необычным вкусом. И готовится такой салат легко, просто и очень быстро. Ну что ж, начнем готовить! Для начала небольшую луковицу нужно нарезать тонкими полукольцами. Тыкву нарезаем на небольшой кубик. Куриную печень я уже заранее хорошенько промыла под холодной проточной водой, вытерла бумажным полотенцем от лишней влаги. Печень нужно нарезать на крупный кусочек. Я взяла сковородку, поставила ее на плиту. На сковородку я налила небольшое количество подсолнечного рафинированного масла. Масло у меня уже хорошенько разогрелось. И теперь в сковороду я выкладываю подготовленную печень и буду обжаривать ее до того момента, пока она немножко подрумянится. Печень я обжаривала на протяжении 10 минут. Она у меня уже начинает подрумяниваться. В печень добавляю лук, тыкву и все перемешиваю. Я все перемешала. Сковородку плотно закрываю крышкой. Ставлю средний огонь на плите. И теперь печень с овощами буду тушить приблизительно 15-20 минут. Периодически буду все перемешивать. У меня есть время подготовить виноград и листья салата. Виноград вы можете использовать любой по вашему вкусу. Виноград нужно разрезать на две части и удалить косточки. Листья салата нужно порвать и выложить на блюдо, на котором вы будете подавать салат. Печень с овощами уже готова. Теперь все нужно посолить, поперчить, перемешать и снимаем все с огня. Еще горячую печень с овощами выкладываем сверху на листья салата. Сверху салат немножко посыпаем кунжутом и выкладываем виноград. Салат «Теплая осень» готов. Этот салат обязательно нужно подавать в теплом виде. Вот такой получается аппетитный, оригинальный и очень вкусный салат. В этом салате восхитительное сочетание всех ингредиентов. Они чудесно дополняют друг друга. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления салата и вы его приготовите. А с вами Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно подписывайтесь и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале. Приятного аппетита и до новых встреч!